Рядом яичница. Как-то лесок. Вот ваш кофе. Тёлки. Последний ананас. О, сосиски пришли. Арбузы, отстой. Что? Сейчас я выиграю. Будете знать, как со мной связываться. Пынчик. Пынчик бургер. Всем привет. Я купил новое здание и собираюсь открыть лучшее кафе в городе. Прямо напротив моего? Симба, а ну переезжай. Мне нравится это местечко. Я не хочу переезжать. Нам нужен независимый судья, который решит, что кафе лучше. Может, тигра? Тигры независимые? Ха. Тигры Симба зависимые. Не подходит. Может, Мормон? Мормон с тебя глаз не спускает. Он будет подсуживать. Я знаю котика, который нас обоих любит. И обманывать нас не станет. Пенчик. Да, сейчас позову. Надеюсь, Бенчик будет судить честно. Всем привет. Симба сказал, что вам нужен честный судья. Самый честный. Вы обратились по адресу. Я само правосудие. Устроим веселые челленджи. Я буду смотреть за вами по камерам и комментировать. Чье кафе наберет больше баллов, тот и выиграл. Ура! Вы пока не начали работу, но накопили денежки. Посмотрим, кто из вас лучше подготовился. Объявляю первый челлендж. Обустройте кафе на все деньги, что у вас есть. Поехали! Так, сначала куплю стол. Лишним не будет. Котят, купили первые столики. У меня растет арбуз. Будем делать с него сок. Покупаю арбузную соковыжималку. Кто хочет арбузный сок? Бегом в Симба-кафе. Арбузы? Отстой. Я люблю ананасовый. Вау, вот ананасовый сок. У меня есть веранда. Ставим столик на свежем воздухе. Веранда у Симбочки. У меня нет веранды. Зато в помещении все очень чистенько. А теперь наймем самого важного сотрудника. Корова? Это охранник, который освобождает пули. Корова? Как насчет волшебных бобов? Волшебных бобов? Как тебе? Кофе растет сразу в пакетах? Волшебные бобы! Блин! Куплю еще комнату. Вдруг там тоже что-то волшебное будет. Ничего волшебного. Ты, корова, обними Симбу, чтобы не пустил. Пожалуй, не надо. Ха, а я последние денежки потрачу на кофейный автомат. Да. У всех хотят закончить денежки. Время подвести итоги челленджа. Начнем с Симбы. Веранда, восторг. Главное, чтобы никто не простыл. Апчхи! Арбузный сок, это прекрасно. Завидую своим посетителям. А еще у тебя очень миленькая коровка. Спасибо. Ты тоже? А теперь разберем кафе Муздой. Ананасовый сок ничем не хуже арбузного. Тут 1-1. Ну, знаете, мне нравятся веранда и коровка Симбы. Но кофе, грядки, это... Это же сказка какая-то. Кофе в пакетах и правда здорово. У вас есть столики и оборудование. Чем еще скорость? Кто будет больше заказа за 2 минуты, победил. Поехали. Арбузики. Блин, ананас долго зреет. Быстрее, машинка. Ваш сок. Из самых спелых арбузов. Слишком маленькая грядка. Вот этого быстрее. И второй. Наконец-то. Ой, а вы кофе хотите? Одну минуту. Пожалуйста. Фу, хорошо, что у меня один напиток. Всегда знаешь, что хочет клиент. Как хорошо кофе собирается. Нужно делать из кафешки кофейню. Опа, готово. Отнесем это клиенту. Надо бы купить эту комнату. Она мне точно пригодится. Наверное, гостям надоели арбузные шейки. Нужно расширять меню. Приятного аппетита. Время вышло. Итак, за 2 минуты больше клиентов обслужил. Симбочка, давайте его поздравим. Кафе подседает. Надо бы его улучшить. Купим новый столик. И откроем новую комнату. О, это же комната с улучшениями. Я заметил, что ананасы и арбуз медленно растут. Когда настало время следующего челленджа. Кто первый прокачает свою грядку до максимума, выиграл. Начинаем. Классная идея, Бенчик. Теперь все быстрее пойдет. Ха, это Бенчик здорово придумал. Теперь ананасы быстро собираются. Какая прелесть. Теперь коробка сытая будет. Спасибо. Приходите еще. Всем понравятся мои молочные коктейли. Итак, покупаем. Есть. Остался 1 ананас, и я выиграла. Можно на грядке уже 3 ананаса. Спасибо, по-прежнему 2. Причем арбуза. Приятного аппетита. Чудесная сегодня погода. Спасибо. Приходите еще. Последний ананас. Сейчас я выиграю. Да! Поздравляю, Симбочку, с победой! Остается за ним!
Я потрачу все деньги на другие улучшения. Будете знать, как со мной связываться. Теперь у меня больше столов, чем у Симбы. Урзы покупает третий стол. Думали, у меня одни волшебные семена? Как бы не так. Вау, у Урзы теперь шоколадная грядка. Рекомендую всем бабулям только такие грядки заводить. Что? Грядка с шоколадом? А я тогда... А я хот-доги буду продавать. Нужен еще один столик. У Симбочки стенд для хот-догов? Что? Соседки с арбузом? Вот это вам Симба-кафе. Из своего волшебного шоколада я буду готовить волшебные кексы. Волшебные кексы? Ух, манди в них области, осторожно, мурзы. Кексы это хорошо, но нужно что-то не сладкое. Курятник? На ужин наггетсы? Вот, здесь я его и поставлю. Все, у Симбочки ноль шансов. Мурзы собирается подавать яичницу. Заявка на победу. Кто вообще заказывает яичницы? Если заводить животных, то милую коровку для молочных коктейлей. Опа! Симба заявляет, что коровка для коктейлей лучше курочек для яичницы. Новый челлендж. Засечем время и посмотрим, на что желающих больше. Минута. Время пошло. Здравствуйте. Вам яичницу? Нет? А может вам яичницу? Не нужно? Да что же такое? Молочный коктейль – прекрасный выбор. Коктейль и сок? Будет готово. Ваш ананасовый сок. Вот ваш кофе. Яичница. Она будет самой вкусной в вашей жизни. Прошу, молочный коктейль. Ваш коктейль, ваш сок. Хот-дог сейчас будет. Теперь ждать, пока сосиски доставят. Ваша яичница. Странно, что коровке так нравятся арбузы. Угощайтесь. Это вот сюда. О, сосиски пришли. Побыстрее. Сейчас всем раздам коктейльчики. Время вышло! И в этом челлендже победила Мурзы и ее курочки. Яичница явно пришлась по вкусу. Ура! Мы победили, девочки! Так их... Ну все! Сейчас я куплю лучшую мини-ферму. И мигом все челленджи выиграю. Пчелки! Сумочка купил улей, но испугался пчелок. Убежал и забился в угол. Бывает. Я же не знал, что пчелки будут так свободно летать около улья. Ха, пока Симбочка боится пчелок, я буду развивать свой ресторанчик. Симбочка, можно активно продает напитки. Может, пора преодолеть свой страх? Ладно, я попробую. Так, пчелки, мы суд уже готовы. Смотрите у меня, а то всех уволю. Как же я их боюсь. Пынчик! Да, Симбочка? У меня есть важное заявление. Ого, так поскорейте ко мне. Наш сок, пожалуйста. Приятного аппетита! Здравствуйте! Хочу сделать заявление. По результатам челленджей у нас с Мурзой 2-2. Но я хочу признать победу Мурзы и сделать ей подарок. Что? Какой еще подарок? Я хочу подарить Мурзе свой ресторан. Не может быть! Мурзе большая молодец. И у нее очень здорово получается. И я уверен, что с Мурзой Симба кафе только расцветет. Спасибо, Симбочка. Но я думаю, мы все понимаем, что ты просто боишься пчелок. Ну, я немножко их побаиваюсь, но подарок я делаю от всего сердца. Может, мы просто уберем пчелок? Не надо, они делают чудесный мед. Пироги выйдут замечательные. Тогда у меня тоже есть подарочек. Подарочек? Я дарю Симбе свой ресторан. Что? Вот это поворот событий. Ресторанчик с волшебными грядками? Да, Симбочка. Спасибо, Мурзы, спасибо большое. Вау. Вы такие хорошие. Я чувствую, наша дружеская сеть ресторанов скоро расцветет. Откроем рестораны во всех городах и назовем их Мэнтик-бургер. Ого. Ничего себе. Скорее скачивайте Симба-кафе и прокачивайте для огромного ресторана. До новых встреч.